дорогие друзья. Ненец в переводе с ненецкого – настоящий человек. Ненцы проживают на побережье Северного Ледовитого океана. Их основа хозяйства – стадное оленеводство. Проживают они в чумах. У ненцев своя богатая, самобытная, традиционная культура, приспособленная к условиям Крайнего Севера. Смотрим и мерзнем. Здравствуйте! Рада видеть вас в Омском государственном историко-краеведческом музее и представить вам выставку «Дом на краю мира. Повседневная жизнь и культура народов Севера». Сейчас мы находимся в той части зала, которая рассказывает о занятиях и культуре женщин народов Севера. И есть одна примечательная витрина, в которой находятся ненецкие украшения и пояса. Вот этот вот пояс, особый пояс, это праздничный. Такой пояс ненецкие женщины могли надевать только по праздникам. Почему? Ну, во-первых, пояса для повседневной жизни были очень длинные, и ими можно было несколько раз обернуться. Вообще, у ненцев считалось, и сейчас, наверное, считается, что не под поясными ходят только ленивые люди, бездельники, и ненецкие женщины и мужчины несколько раз обертывали себя поясами. Ну, кроме того, пояс носил определенные гигиенические функции. Он поддерживал пресс женщины во время трудной работы, тяжелой физической работы, давал дополнительное тепло. Но на праздники женщины надевали совершенно другие пояса. Вот этот пояс изготовлен из замши, надеть его можно было только один раз себя обернуть. И он великолепно расшит бисером различных цветов. И до сих пор выглядит очень празднично, хотя изготовлен он около 100 лет назад. Кроме того, вот здесь представлено украшение ненецкой женщины. Точнее, фрагмент украшения, часть его утрачена. Но даже то, что осталось, выглядит достаточно нарядно. Украшение сделано из металлических цепочек и веревочек. Кроме того, оно украшено вот такими металлическими медальончиками, бляшками. И вот эти бляшки стоили очень дорого на самом деле. Каждая бляшка могла стоить до 1,5 рублей, а в конце 19 века это были очень даже хорошие деньги. И вот такие бляхи приобретались у русских и татарских купцов. И оленеводы могли украшать ими как своих оленей, детали упряжи оленей, так и мужчины эти бляхи могли носить как обереги. И женщины, естественно, украшали, расшивали ими свою одежду и головные уборы. И вот это украшение надевалось, конечно же, не на голое тело, надевалось оно на шапку, оно очень тяжелое, массивное, и прижимало крылья шапки к телу, и туда не попадал воздух, то есть дополнительную функцию утепления носило такую своеобразную. И кроме того, смотрелось очень нарядно.